Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ACM, модель под номером 24101, модель у нас в 24 масштабе. Это у нас боец группы SWAT, американское спецподразделение. Первое, что мы видим, красочный, красивый бокс-арт. Так, далее мы открываем нашу коробочку. И у нас следующее, что мы видим, коробка из плотного картона. Открываем нашу коробочку. В наборе у нас инструкция и пакет с литниками. Начнем с инструкции наш обзор. Инструкция в виде листа А4 глянцевого. Так, наша палитра красок. Используем для окраски данной модели. Real Tamiya, номера указаны. Так, первое, здесь мы что видим на одной стороне наши литники. Красным показываются неиспользуемые детали в данном наборе. Так, переворачиваем листочек. Тут у нас наша фигурка с номерами деталей. Детали какие куда должны приклеиваться, собираться. И также буквенным обозначением показываются номера цветов. Каким цветом, какую деталь нужно красить. Теперь наш пакет с литниками. Так, то есть вот у нас здесь даны два литника пластик и один литник прозрачные детали. Это у нас очки, защитные очки солдата данного бойца. Так, теперь давайте непосредственно к модели. Хочу обратить внимание, что присутствует небольшой стык пресс-формы, но проблем при сборке этот стык не доставит, он очень легко удалится. Теперь на что хочу следующее обратить внимание, это лицо данной модели. Оно пролито качественно. Очень-очень-очень качественно. Вообще модель вся пролита хорошо. Все мелкие детали, его снаряжение, скажем так, которое находится на нем, оно сделано все на ура. Так, теперь у нас кисть руки одна сделана отдельной деталью, вся кисть. Так, и другая у нас получается дана рука с двумя пальцами, и оставшиеся пальцы даны вот одной деталью. Это, я думаю, сделано с целью, чтобы можно было оружие в руку поместить хорошо. И вот. Так, далее одежда у нас пролита хорошо, присутствуют складки такие, тоже интересно. Вот так, теперь следующий у нас литник. Это у нас еще хочу обратить внимание, что даны три варианта шлема. Так, вообще указано, что что-то не используется, какое-то вооружение. Но думаю, что если вы захотите какой-то, вы можете использовать и данное вооружение, почему бы и нет. Так, куча пистолетов. Четыре пистолета получается даны. И так, это у нас, наверное, М16, это, извините, к сожалению, не знаю, что за автомат. Вот также щит, но щит, он точно не используется в данной модели. Так, пролито оружие хорошо, все мелкие детали пролиты хорошо, и все у нас отличненько. Ну и маленький литничок с прозрачным пластиком. Это у нас получается одна деталь дана для щита, окошко смотровое в щите, и вторая у нас очки. Очки используются в данной модели. Вот, друзья, хотел бы завершить обзор данной модели. Хотел бы сказать только положительный отзыв про данную модель. Все сделано хорошо, пролито отлично. Вооружение достаточно большой выбор здесь дан. Также в наборе есть три шлема.
Да, и как бы я так понимаю, что их можно использовать любой, какой захотим. Вот, любители 24 масштаба обязательно покупайте. Данная модель будет отлично украшать вашу коллекцию. Всем спасибо, пока!